Back in the Soviet Union, the Lugansk Trade Union Federation was deeply involved in the everyday activities of the socialist worker state in which it functioned. 2017 год, 1905 год, и вот в Луганске у нас очень связаны наши события даже с профсоюзной организацией. Первая профсоюзная организация у нас была создана на заводе Гартмана, это тепловозостроительный завод, и на протяжении долгих и многих лет профсоюзы Луганщины это были мощной силой, потому что без профсоюзов практически не решалось ни одно мероприятие. У нас было до 50 тысяч уже людей выходило на первомайские демонстрации. Мы их возродили практически, потому что 1 мая в Украине мы не праздновали 30 лет. И мы решили это все, вот, потому что людям этого очень хотелось, и люди ждали. Вот вы видите, вот это наши первомайские демонстрации, вот это первая наша демонстрация, которая была. Не празднуют на Украине, потому что это связано с советским образом. Да. И они же убивали людей, которые с георгиевской ленточки. Это для нас символ победы в Великой Отечественной войне. А для них это вообще неприемлемые знаки. Звезда, красный флаг. У нас вот здесь флаг победы, который здесь есть. Почему это так, как вы думаете? Почему в Украине этого нет? Ну, вы знаете, потому что пришли к власти нацисты, убивающие свой народ, своих людей. Поэтому вот и в Украине, вот пришли фашисты просто к власти, и все. Я не знаю, как там обычные люди уживаются с этими людьми. Мы живем как обычные люди. Просто все работают и делают свою каждую работу.